Так, ну let's go. Надо еще немножко перестроить голову. Я же играл в компанию, а в компании там вообще абсолютно другая атмосфера, нежели чем в Survival. Survival это true режим, а компания это больше. Компания больше фигня. Опять сосать в стратежки. Так, their billions. Так, сразу. Так, сразу проверяем. Музыку врубаем. Общее здесь хорошо. Окружение. Так, новая игра. Игра в выживание. 4 единицы. Засушливые пустыни. 100 дней средняя. Макс численность кошмар. Ну, поехали. Ты в компанию на максималке попробуй. Тебе этот режим покажется сосалкой. Я в компанию на максималке играю. Но я уже много раз переигрывал, у меня куча времени, поскольку я не экономлю время, играю for fun. Я уже два раза перезапускал кампанию, потому что я доходил до миссии на мосту, а ее без шок-таверов просто реально не пробить. Сделал потише. Сборе средств актуально, там последний Грегор скидывал на волшебный участок. Да. Да, на волшебных часах скидывало двое, Фалькор и Грегор. Игра чуть тише сделай, музыка прибавит тебя наглухо. Расскажи, что, о чем игра. Сейчас увидишь, бро, здесь же все очень просто. The Arbillions. Мы выживаем сейчас в пустыне против орд зомби. Это очень сложная survival соло стратегия. Так, трое, еще 3D фрукт был. Значит, еще 3D фрукт. Я его отмечал, значит... А ты на выходных стираешь эту футболку? Она красивая, но ты уже каждый день в ней. Нет, не стираю. Она... Я стираю вещи, когда они пахнут. Мои футболки начинают пахнуть... Да через месяц. Она сейчас вообще ничем не пахнет. Потому что я не потею. Да, я грязнулька. Можешь жить с этим. Дальше сам. Когда она запахнет, тогда я кину стирку и одену другую тоже на месяц. Или у тебя ковид. Не, у меня ковид кончился уже. Это просто ковидник. Ну, пока моя женщина говорит о том, что я ок, все ок. Так, ну чего? Значит, что мы можем сказать по поводу этой карты сразу? Начнем с чего начинается Родина. Мы! Во, вот это место. Охереть! Первое. Всю зелень мы бережем, как зелицу ока. Нам нужны фермы. Леса добываем много, потому что и места у нас тоже будет очень немного на этой карте. Начинаем с арчерок, само собой. Выходим в кулак снайперов, потом титан. Стратка стандартная. Вот. Кстати, да, расскажи, пожалуйста. О, черт, сюда надо тянуть энергию. Не повезло. Ну, пока что, значит, пока что лес сюда не пойдет, но все же. Вот. Дома потянем вниз. У меня здесь сильные камни рядом. Это очень здорово. Здесь у нас уже вот эта вся история. Так, играем с паузами, потому что я новичок в эту игру. Справедливости ради. Здесь проход какой-то делать будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, проход надо будет оставить, конечно же. Тогда вот этот проход так и оставим, чтобы здесь вот до сюда довести. Значит, кстати, здесь, если я сюда поставлю, то... Да, сделаем проход тут и тут, по два этих. Значит, играем с паузами, стараюсь комментировать все подряд, нам нужна победа. Let's fucking go. Здесь пока что арчерок распихиваем по местам. Фишка в том, что они... Ну, поехали. Да, ты у нас пойдешь куда-нибудь в центр. О, здесь хорошо. Здесь хорошо. Так, уже радар. Это очень здорово. Его пока не трогаем. Ты пока защищаешь здесь. Нихера себе! Так, дела резко хуже стали. У меня под домом Doom Village. Я его пробить никогда не смогу, пока у меня здесь не будет... Прям мне... Doom Village я буду пробивать тогда, когда у меня уже все будет на мази. Это прям трындец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, развиваемся, само собой, тогда вниз. Здесь у нас уже будет стена. Вот это все защищать надо. Наверх мы пойти не сможем. Вот так...
Вот тут еще надо будет защититься как-то. Кстати, смотрите, какое классное место. Здесь тоже отличная лесопилка зайдет. Не, рестартовать карту не очень хочется, потому что как бы хочется играть по-разному. Так. Идем сюда, смотрим. А что у меня музыка? Есть она у меня? Так, здесь... Здесь сложно очень. Здесь мы защищаться не будем. С солдатом я пока стреляться не хочу. Арчерок можно поподконтроливать, но на самом деле, в общем и целом, это плохая идея. Хотя подожди, вот я на самом деле не очень шарю, как у нас там у солдата. А, так, работает вообще рейндж всего. Так, куда у нас пойдет? 7, 12, 9. Тут будет заблокирован проход к зданию. Может быть, мы тогда... Еда мне супер важна. Еда мне супер нужна. Значит, здесь, смотрите, так, здесь так. 9. Не, ну тут лучше вот так вот, да? Да, здесь мы поставим вот эту штуку. Здесь вторая вот так вот пойдет. Это так, это так. Тут еще у нас рыбалка какая-никакая есть. Так, ты у нас патрулируешь, особо сильно не пойдешь. Здесь, кстати, я туплю, торможу, здесь же у меня еда. Так, ты в этот проход башню поставь, и проход не дает, и через нее можно перебрасывать пехоту через точку высадки. Да, это нормальная тема. Так, бротик, ты нужен здесь, сейчас тут ребята уже подойдут. Че у нас тут? Так. Здесь у нас тоже можно немножко домов покидать. Тянуть дерево надо, конечно же, тоже. Бонус разведчик 2, запасы древесины 20, раз 2 разведа, это очень хорошо. Это прям очень здорово. Нет. Нет! What the fuck, живи, мать. Так, разведают, это очень здорово. Так, здесь надо уже здесь тянуть вниз. Сейчас дождемся 200-ок, и будет красота. Так, мать регенит? Да, мать регенит. Броски, ты идешь сюда, ты не умираешь. Блин, какие они живучие собаки все. Так, броски, ты идешь вот вообще просто... Блин, как-то какие-то они... Они в миссиях прогрейженные, поэтому я и чувствую, что они сильнее должны быть. Здесь так, здесь так, здесь не так. Моя задача просто запихнуть ее вот так вот. Да, вот это хорошо. Чтобы вот сюда лес поставить. Так, здесь дальше ждем. 36-16. Уже потихонечку. Так, что мы дальше делаем? Здесь камни хорошие, вот эти камни мусор, эти камни тоже мусор. Мне, конечно, понадобятся все камни, что я вижу, потому что каменных стен потом надо будет миллион. Но это уже дело великого далекого будущего. Так, хорошо. Так, что у нас тут по еде? 6, 11, 11, 10. Тебя сюда, тебя. Ты здесь не встанешь вообще никак. О, господи, ну и отвратительная же лока. Сюда можно поставить. О, господи, какой же трэш с этой едой. Ладно, сюда поставим. Сюда поставим здесь. Сюда мы не можем поставить, да? Но мне нужно будет проход оставить этот живых. Так что надо будет как-то вот так вот ставить. 8. 9. Нет, забейте. Вот эту просто ставим пока что и все тут. Не знаю, почему я, правда, не внешку поставил. Вот поставил. Так, эту штуку надо отвоевать и... Кто кого? Господи Иисусе. Саша, играешь как грач. Как это вышло? Так, здесь отличнейшие на 16. Здесь 13. Да, здесь 13. Хорошо, скоро еще 13 будет. 16 плюс 13. 29, хорошо. Ой, Сашулито. Как же он не любит арчей. Я не знаю, на самом деле я просто ориентируюсь на то, что он должен говорить о том, что... Типа, мол...
Они как-то на самом деле агрятся очень агрессивно, мне это очень не нравится. Так, мы еще одну делаем. Или пока не надо. Здесь мы не задвигаем вот эту вот штуку, к сожалению. Да, у меня тут на самом деле достаточно жухлая вся история с... Так, здесь мы закрываем. Здесь мы поставим мельницу, скорее всего. Так, да, кстати, по поводу мельницы, мне уже нужна. Блин, как-то их реально до хрена. Еще солдат здесь на защите, это трындец. Давай вас поменяем местами. Так, там, кстати, еда, это очень здорово. Возможно, туда стоит забуриться. Ждем энергию. Пипец, на самом деле. Стоп, машина. Так, хорошо, давайте зум-зум сделаем. Здесь можно немножко подставить. Как же вас до хрена здесь. Так, здесь сделаем мельницу, как мы и планировали. А у нас пока все окей. Нужен ли нам камень? Полагаю, что сначала мы просто тянем дальше экономику. Тянем, потянем, тут сложно. Здесь у нас сюда же, да, пойдет наша пилорама? Да, пилорама пойдет сюда. Или сюда. У нас где-то здесь 13 было. Короче, пилорама куда-то пойдет. Пока просто продолжаем. Нет, нифига. Хреново встали. Да, как-то вообще хрен. А, просто да, хорошо. Так, здесь челы. Здорово, Ван Хоен. Так, здесь можно наконец-то... Радарочка. Как хорошо. Чел, ты тут? Чиликесса, ты тут. Кто? Ты? Сойдет. Так, камень вот сюда, камень вот здесь, вот сюда тянемся потихонечку. Мне в любом случае это все... Мне в любом случае что-то где-то за... Да. Занимать в любом раскладе. Так, энергию закинули сейчас. Вентилятор доделается. Уже на будущее надо поставить еще один вентилятор плюс пилораму дополнительную. Уже потихонечку пора древообработку делать. Потихонечку. Камень я бы не сказал, что мне пока что нужен. По 1-2, да, вот у нас 13 шок. Хорошо. Пища 4, пищи больше нет. У нас вот здесь вот пища лежит, но я боюсь, что я не могу ее просто даже близко собрать. Что мне придется ждать. Копим уже на древообработку. И так, что у нас, кстати, здесь? Вот так вот я вот просто понял, что на самом деле до сих пор тут нифига не поставлено. А это очень ни к чему на самом деле. 12 вот здесь вот. Ну хоть как-то. О, подожди, а почему я могу сюда поставить? Здесь же пилорама закроется. Так работает? Окей, кул. 6 халявной еды, кайф. За 86 еды я доволен. Так, здесь мне нужна дополнительная помощь, чтобы... Стоп, машин. Чтобы вы... Господи, сколько же вас здесь... А, хорошо, 712, древообработка копится. Здесь нужно хоть что-то уволить. Да, пожалуй, здесь хороший вол будет вот этот вот. И вот этот вот на первых порах, да? Типа, чтобы хоть что-то было. Или, кстати, а куда мы поставим? А, сюда поставим древо перерабатывающий. Только сюда, только хардкор. Ждем. Здесь тянуть. Тянем дальше, тянем. Здесь, кстати, смотрите, вот достаточно хорошая вот эта вот история. Сложно, куда же я пойду? Да нахер я, честно говоря, пойду пока что. Зелень мне точно нужна. Ёпарасоте, какая же здесь ересь. Ну ладно, хорошо, это пойдет сюда. Поскольку я реально не понимаю, как это, хотя ладно, здесь пока не будем делать. Ждем, сейчас будут деньги на древо.
Металлический карман стены неуничтожимый. Можно в него шоковую башню поставить и со стороны базы зацементировать стенами. А здесь одиночная металлический карман, шоковая башня, 4 слота. И нет, здесь так близко к базе, я защищаться не буду. У меня здесь нету такого пространства, чтобы это просто делать. Такую глупость. А вот это выглядит как какой-то тупик на самом деле. Было бы очень мило, если бы он у меня был. Так, это выглядит плохо. Straight to the heart. Yes. Да ёпрасота, дай ты мне. Так, древесина, камень, да не то. С древесина 40, вот эта вот говнина. Все, тут закрылись. Oh, here we go again. Great. Так, все. Столярная мастерская. А, фак, Саша, вот это ты планировщик от бога. Рили? Рили, бро? Рили? Рил дил? Так. Ладно, я на самом деле должен просто не супер жадно в это дело въезжать. Как-нибудь вот так вот. Я понимаю, что здесь... Так, мне здесь понадобится ассист, поэтому здесь тоже закроемся пока что. Иди сюда, здесь надо дождаться, чтобы все было хорошо. Пипец, спланировал так спланировал, ничего не скажешь. Что у нас по идее? 21. Ну такое себе на самом деле, такая себе еда. Кстати, вот эта тут рыбалка работает. 7! Ой, рыбалка 7, я что-то как-то не обратил внимания. 10 рыбалка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи Иисусе. 11, 10, вау. Отличная рыбалка. Какая топовая рыбалка здесь. С нихера вообще. Я так не ждал такую красоту. А, окей, хорошо. Здесь, кстати, у меня ничем не подкреплено. Здесь надо... просто вот... какие-то такие столбы, чтобы какие-то... какие-то зомби что-то... что-то вписывали. Так, хорошо. Здесь доделывается эта хрень. Здесь вот этот камень, кстати, достаточно хороший, мне кажется, может быть, его стоит начать добывать. 3. Почему я не могу здесь его начать добывать? Это блокирует доступ к другому зданию. Это вот этого, ну здесь вот 5 есть, вот этот вот, и я все равно к нему планирую идти. Ладно, не буду пока добывать камень, мне он не нужен в таком количестве пока. Да, он не нужен. Планировочка. Так. Так, здесь, конечно же, столярная мастерская, как я планировал, она тут входит идеально. А, здесь, само собой, надо столбы сделать и вообще просто хоть что-то сделать, чтобы жить. Потому что сейчас будет жопно. Здесь надо продвигаться дальше, мне жопа. Здесь солдат все защищает, но здесь вообще в идеале, конечно, потом... Так, подожди, здесь надо вот так вот. Да, чтобы вот эту вот штуку чекать. Хорошо. Так, мне потихонечку нужно вот... Мне нужен вот этот камень на самом деле. Так, здесь желтые лучницы появились, это очень здорово. Первое, я, кстати, контролю красную, а не желтую лучницу, это очень глупо с моей стороны. А, ну вот теперь она желтая. Отлично, у нее теперь 3 шот по зомбарям, и это очень здорово. Так, теперь, сейчас мы будем делать потихонечку апгрейды и здесь сделать фермы. Это очень здорово. И дома ставить. Как же тут душно по месту. Как же тут душно по месту, это просто трындец. Мать, разберись, пожалуйста. Какого члена они жрут мои постройки? Так, здесь можно попытаться как-то... Ну, у меня будет стоять вот тут вот, на 5. Значит, вот тут вот у меня свободное место. В принципе, можно и поставить.
Так, у меня 5 энергии и 0 пищи. Это полный обосрамс на самом деле. Если на то пошло. Нужно где-то в место, в которое не жалко, пихнуть вентилятор. Вот это хорошее место для вентилятора. Так, здесь надо доставить... Проход оставить один просто и все. Так, на вас вся надежда, девчонки, потому что если не вы, то я не знаю, как мы будем здесь добывать, вообще жить, все дерьмо. Так, доделалась эта срань. Начинаем, само собой, с фермы. У нас добыча прям жопа, еды ноль. Вот, мы это все сделали, мы большие молодцы. Так, к сожалению, здесь надо просто продвигать это дерьмо. Сейчас во что бы то ни стало, надо удержать реально на двух арчерках вот этот вот край. Боюсь, что выбора другого просто нету. Хотя их как-то здесь... Как-то многовато говнорей, по-моему. Могу ошибаться. Но это будет сложно. Похеру, что сложно, мне уже нужен камень на будущее. Мне скоро все дерьмо делать. Мне уже нужна ватага девочек. Я должен стремлюсь-то я именно к ней. Эти челы разбираются. Этот чел гаси. Молодцом. Красота. Ну, тут как бы этих челов жопой жуй. Но более пельмени они что-то делают. Кстати, я совсем забыл вот про вот этих умопомрачительных, умоуважаемых чуваков. 9. Ну, хоть что-то, конечно. Здесь почему-то... Саша 16 охерел и до сих пор не стоит. 9. Сюда кидаем, конечно же, сразу стеночку какую-никакую. Здесь... Враги находятся слишком близко к этому месту. Кто находится слишком близко к этому месту? Твою мать, там в темноте кто-то бежит? Нет. Пошли вон. Это очень плохо. Мне это не надо здесь. Надо это сейчас контролить. Так, здесь защитку подняли. Здесь не такая. Проходыч должен быть где-то посередине. А вот тут вот надо закрываться. Да, они, кстати, с этого ракурса будут жрать, поэтому... Так, здесь... знаешь, что я тебе скажу, пироги? Давай ты будешь стоять вот тут вот и патрулировать вот так вот, потому что они затрахали помрачительно. Так, хорошо, сделали вот эту историю. Сразу изучаем дом. Дом нам понадобится. С добычей дерева у нас вот же шок в кои-то веки неплохо. Если я вот это смогу защитить, будет вообще просто охреневоз. Копим древесины 30. Ага, вижу. Пошел вон. А, сука, он лезет к моей... Пошел нахер от моей... Отлично. Так, хорошо, здесь затыкаем. Да отвали! Кто там? Пошел вон, добей его! Да кто это? Кто мешает? Вот суки. Так, хорошо. Значит, надо впихнуть как можно больше жратвы, потому что жратвы у меня не будет. Есть вот тут хорошее место. Мы его эксплуатировать будем? Будем. 30 еды, это не цацки-пецки совершенно. Здесь 28, можно уменьшить количество. 28, 30, 32, 32, 32 максимально внизу. Хорошо, больше у меня леса нет. Реально, а я смогу до сюда дотянуть? Слушай, бро, дотяни, пожалуйста, а? Это прям же ОП, ОП срань. Если я здесь поставлю пилораму, и закрою ее здесь деревях, и рядом поставлю моба, это же будет просто то, что нужно. Да, пилорама ОП. Мне точно нужно. Мне точно нужно, причем сильно. Фак, как же тут душно с точки зрения. Я могу, кстати, еще одну какую-то поставить, или, но пока, наверное, не буду. Так, лучница. Лучница, лучница, лучница. Здесь работает. Здесь надо как-то защищаться. Скоро после этого уже баллисту изучаем. А нет, сколько, какой шестой день? Пока что можно еще протупить, но на будущее еще шипы надо будет делать. Так, хорошо, здесь 34, 20, 22, 18, 30. Нихера здесь не могу поставить. Здесь, господи. Какая классная ферма, но я реально туда, там просто защититься не смогу. Это полная басрамс. 30, если я опущусь вот сюда. Ну, поехали, 30 вот сюда. Так, хорошо. Копим здесь пилораму дополнительно поставим.
Стрим до 12, да, сегодня долгий стрим будет по Дерби. Отлично? Не отлично. Как же вы надоели, чело. Ладно. Теперь-то ты мне дашь? Не даст. Так, ладно, хорошо, разбивайте здесь. Так, Technology Research finished. А, подожди, можно рынок. Рынок у меня сколько уже камня? О, рынок, кстати, скоро камень будет на рынок. Хорошо, да, рынок вперед идет. Копим здесь на пилораму. Давай, мать, справляйся. Вот этого убивай, и уже должно быть. Должно получиться. Да сука, как же вы бесите. Он прямо тут стоит, чувствуете, да? Говнидза какой. Там через лес зомби стоит, ты его не видишь, он не угрожает, но играешь на расстоянии до него. Я понимаю, да, я ничего с ним не могу сделать, мне его скулить никак. Так, хорошо, attention building completed. Здесь у меня уже появляется 15 энергии, здесь 20. 22, нихера себе. Подожди, 100? Что? Я должен отказаться от этого 13 шка? Слушай, ради 22, бро, боюсь, отказываюсь вообще не глядя. Только как бы мне надо еще... Здесь будет очень сложное место для защиты. Хорошо, ладно, давай. Так, так, ты встаешь сюда. Здесь, прости, бро. Здесь, приобретай, бро. Угу, да. Здесь что-то мы можем впихнуть? Не, это все чушь, Петровна, здесь никак. Так, теперь здесь поднимаем пилораму. Да не, не поднимать пилораму даже не буду. С такой хорошей на 22 мне очень не скоро понадобится что-либо. Так, ты разбираешься. Здесь дома потихонечку 15 энергии. Надо дополнительную турбину ставить. Скоро придет лес. Хорошо будет. Здесь потихонечку чуваки тянутся. Ничего особенного. Пора ставить... Сейчас придет рынок. Мы поставим рынок. Мне точно нужен рынок. Я в очень плохой ситуации на самом деле. Потому что постройки домов у меня хорошие просто нету. Я, кстати, тупорез, потому что... Я, кстати, еще и не подумал о том, куда я рынок поставлю. А мне его ставить. Я еще... Ой, дебил. У меня же 200 популяции пока нету, поэтому я в жопе. Ждем лес. Так, дома апгрейдились, хорошо. 212. Бонус улучшенная мельница. Бонус Люцифер. Улучшенная мельница. Бонус Люцифер. Хм. Я прям не знаю. Я никогда Люцифером особо не гонял. Одна улучшенная мельница, да, будет? Она будет кучу работников и... Мне кажется, что Люцифер очень хорошая идея. Рабочий 1, пища 2. Теперь я, пожалуй, вниз хочу. Хотя у меня вот здесь вот бонус. Нет, наверное, налево-лево безопаснее. Иди, бро, чисти и убирай. Опа, нет. Я соврал. И... Он очень медленный. Тут прям народу набежало. Ёпарас это. О, бротик. Чё-то... На башню можешь залезть? Еще и да, что-то как-то моя супер пилорама, ребята, онлайн. Ладно, это было ожидаемо. А почему ты не стреляешь, бро? Ну почему ты, а чего ты не атакуешь их-то?
А, потому что ты сам с башни башню поджигаешь. Все, я понял. А сам ты в башню не идешь. Слушай, но они же явно не прожмут тебя в этом проходе. Ну, не могут. Не могут прожечь его в этом проходе. Ну, давайте проверяем, конечно. Я не волшебник, здесь устанавливаем хотя бы какую-то вот эту штуку. А здесь рынок энергия 8. Да, я тут в жопе по энергии давным-давно. Миллион часов как к ряду. Колье на будущее. Слушай, бро, а вообще это что за покемон? Так, мне нужна помощь. Ты и ты срываетесь и бежите сюда. У меня сейчас тут трындец случится. Так, здесь закрываем вот так вот. Ты патрулируешь до сюда, ты патрулируешь до сюда. Так, ну вообще Люцифер пока что выглядит отлично. Если Люцифер сможет принять всю ватагу гопников, если Люцифер сможет принять всю ватагу гопников, то дела у нас неплохо. Так, мать, ты стоишь здесь. Тебе не дай бог призвать кого-то еще здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, я на самом деле коле сделал. Надо было баллисту сделать. Камня у меня дохрена лиард. Я давным-давно хотел учебный центр поставить. И я все еще не могу его поставить, потому что я идиот. А еще, наверное, я поставил энергию. Так, стоп, давай сделаем себе дополнительный рынок древесины на 30. Древесина 30, древесина 30. Как же неудобно, древесина 30. Он сейчас будет. Здесь 196. О, классно. Ждем. Здесь, да, здесь, да, здесь, да. Здесь, yes. И как мы здесь можем сделать? Никак я не могу сделать. Я не знаю, как тут выживать. На самом деле, место здесь просто катастрофа. Апострофа, я бы даже сказал. Ждем, ждем, ждем. Так, Люцифер реально творит историю, и это просто очень нужная история. Арчерки что-то доигрывают, а Люцифер реально фуловый. Он спуливает весь Думтаун и разбирает его в этом проходе. Это очень хороший знак. Так, 220. Отлично. Рынок делает рыночные дела. Так. Теперь мне нужно, скоро я накоплю и будет так, Walls Under Attack. Блин, реально делает дело. Надеюсь, он справится. Если он справится, то мы в порядке. Пипец, пирогине тяжело бегать, конечно, здесь. Так, здесь. 42,55. Прям супер тяжело. Все. Денег нет. Но вы держитесь. Сколько, кстати, здесь вообще этих зомби будет? Вот так вот Люцифер принимает огромное количество. Так, здесь баллиста. На золотой 700. Коплю. Баллисты мне точно нужны очень сильно. Да, реально топ. Если Люцифер примет очень много народу, у меня хорошие шансы. У меня хорошие шансы. Я не верю, пока трай выглядит сложно. Девчонок я пока не настроил. Куда, где строить дома, я не знаю. Опускаться мне, безусловно, надо. Хоть что-то, хоть как-то. Но Люцифер делает дела. Если я с девчонками выйду в Думтаун и с Люцифером, то на нем я быстро поднимусь.
Но пока вроде как живы целые орлы. Учебный центр пошел. Здесь мы сейчас поставим баллисты. У нас пока есть лес. Лес у нас единственное, что у нас есть. Люцифер, кстати, может даже потом нам этот лес отвоевать. Это будет очень здорово. Да, нет, с лесом у нас на самом деле жопа. Так, еды меньше. Круто, что он расходует нефть, которую я не добываю. Это очень здорово. Я надеюсь, это не приведет к тому, что он уйдет. Ему вроде как если зарплату платишь, то все в порядке. Этот чел где-то нефть находит просто на земле. Смотрите, какое дерьмовое поселение. Рядом с банком находится строительно-столярная мастерская. Это прям обосраться. Босс Юга тебе за баллисты пояснит, пишу третий раз. У меня нет выбора, я должен играть с баллистами. Ну, то есть, типа, а баллисты это самое бесшумное, что у меня есть, братан. Типа, хорошо, тебе не нравятся баллисты, что делать? Что делать, поясни. Опа, толстячок. Ну, толстячок сносит где-то примерно пол Люцифера. Еще один толстячок, и мне жопа. Ну, Люцифер же войдет в реген. А, нихера себе реген! Воу! Окей, я услышал вас, уважаемый. Так, баллисты появились. Мастерскую по камню мне просто некуда, мне некуда кидать. Снайпер. Продакшн снайперов. Есть вообще вариант хоть какой-то замутить? Пока нету, даже снайпера мы не делаем. Мне придется здесь сейчас... Во что бы то ни стало, защищая все дерьмо. А где моя девочка, которая вот тут вот? Да вот эта девочка пытается добежать. Нет, так здесь. Почему у тебя вот так вот побежала пирогиня? Ага, хорошо. Значит, начнем с того, что мне нужно... Так, здесь с одной... Жди здесь. Так, какой юнит андератак? Не Люцифер же? Так, здесь башенку сделали. Здесь... Ты копишься. Хорошо, здесь доделываются девочки, они мне нужны. Блин, Люцифер реально хорош. Так, здесь нужно опуститься пониже. Bow and arrows ready. Опускаемся. Надо хоть как-то это сделать, потому что без этого никак. Копим, девчонки, копим. Нам нужно выиграть хоть какое-то расстояние. Дай сюда. Ждем. А сколько ты закрываешь? Хорошо закрываешь. Девчонки копятся. Второй толстяк пришел. Если толстяки прут по одному, дела хорошо. Вообще, мне кажется, что мой план выйти на Doom Village сейчас супер-мега амбициозный и несправедливый вообще. Типа я не... Окей, я услышал тебя. До свидания. Мне на самом деле нужен ответ на вопрос. Какого черта он сагрился? И он сам был не здесь. Шума здесь никакого особо не было. Люцифер стоял в проходе и убивал людей массово. Все у него было хорошо. Сейчас попробую хотя бы посмотреть, что у нас по урону по этому челу. Давайте. А это как... А как, простите... Да, лучницами его убивает даже жестко. Типа, какого черта? Он спулил весь Doom Town. В пустыне шум идет на полкарты. Хорошо, почему он пришел только сейчас? Во-первых, шум чего? Огнемета? Он бесшумный. Мне чем с ним стреляться? Я здесь в проходе стоял с бесшумным огнеметом. Здесь стреляли лучницы. Что не так? Что должно было здесь быть? Значит, что я хочу с респауном мне кажется не очень повезло, очень мало расстояния, хочется больше домов,
Заранее лучше спланировать, как дома будут вокруг рынка фигачиться, чтобы не было вот этой столярной мастерской. Но здесь, видите, рынок покрывает огромное количество скалы. С одной стороны защищен, с другой стороны никакого толку. Шум накапливается, каждый дополнительный выстрел, удар по стене увеличит плотность шума. В какой-то момент боссы срываются. То есть, периодически надо просто отступать. Отступать было огнеметом, просто периодически не стрелять и все. То есть огнемету надо было отступить, постоять и тогда бы он пришел. Хорошо, ладно. Так, дерева нужно больше. Баллиста вообще шикарно справляется на самом деле с деревом. Да, здесь хорошо. Ладно. Мне кажется, что все-таки Лока была... Лока, кажется, была не та. Бесшумно, именно потому, что такая рава зомбаков бежит. Мне кажется, что спулил больше солдат первый, а там уже дальше шло по инерции, так сказать. Так, хорошо. Здесь хорошая зеленая зона. Опять же, очень много... Боже, надо понимать, куда мы экспандимся. Так, ты у нас идешь так. 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 Значит, здесь зона для посадки. Здесь зона для рыбалки. Здесь еще одна зона для рыбалки. Еду поставить можно. Пилорама сюда идет точно... Здесь прямо дерьмовая пилорама, непонятно, здесь есть неплохой камень. Ой, господи, какое же дерьмо. Какое же дерьмо, а не респ. Я даже не знаю, где сразу строить дома. Тут просто охренеть не встать. Ладно, давай так, пока начнем с первых трех домов, вот так вот. О, здесь проход, здесь зелень. Здесь, воу, вот это зеленая зона. Подожди, тут закрыто? Это сразу забираем. Здесь еще вода. Ты идешь сюда, ты идешь помогать, потому что, похоже, здесь очень выгодное место для вообще существования. Если там сейчас закроется, это будет просто супер. Ты идешь так. Кто Forces are in danger? Почему вы так быстро дошли-то? Хорошо, ты идешь как-то так. Порадуй меня, скажи, что здесь тупик. Тупик, 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 тупик. Здесь тупик. Так, здесь так. Здесь прям отвратико. Здесь рыбалка. Здесь 7, здесь 9, здесь 9, здесь 8. Подожди, здесь как-то прям... Как-то прям, даже непонятно, куда тут пихнуть. А, 9. Почему я сюда 9? Рядом с источником воды, а это даже так не работает, да? Ну ладно, здесь тогда только 9 пока да. Кто? Уже. Да как так быстро-то? Soldiers are in trouble, мне показывают битую лучницу. Кто-нибудь объясните, пожалуйста, как это работает. Units under attack, sir. I was cleaning my weapon. Whatever you say, as long as you pay me. Yeah. Faster than my bow. Очень сложно. Так, чел, пожалуйста, просто закройтесь здесь, а, челы. Воу! Башня Тесла, это просто время обучения, стоимость 30. Я не собираюсь солдатами играть, поэтому башня Тесла одна бесплатная. Ёпрос, это тут бегун уже сразу пришел. Так, ну тут хотя бы что-то. Здесь я, наверное, сразу тогда скидочную башню Тесла возьму. Тянуть мы будем все равно сюда. Здесь этот проход, он слишком ОП, чтобы я его не захотел себе взять. Здесь вот так вот пока, чтобы потом вот сюда поставить что-то. Ага. Да, окей, сойдет. Только надо будет как-то не застроить этот проход. Если я буду не застраивать этот проход, то куда я, простите, поставлю? Башню-то куда я поставлю? Какое неудобное место, какой отврат.
Ладно, возможно, сюда надо будет поставить башню именно. Фак, какой отврат. Так. Is everything okay? All the way. All right. Great idea, sir. Bring them on! Так, иди сюда. Here we come. Так, ты ж, вы же через лес не будете агриться, сначала? За то, что я тут мешусь. What? Okay. Roger that. Тут еще еда, хорошо. Ой-о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 й
13. Ну, 13, очевидно. Очевидная 13. С палатками жопа полная. Как это вообще идти с этим куда? Боже, какой отврат. Мне прям genuinely... Мне прям genuinely печально. Здесь сразу сюда, чтобы поставить... Очевидно, что. Хотя подожди, если я сюда поставлю 13. Ёпрст-то. Я должен отказаться от 13 шка. Или... Or... Я пока что здесь от 13 шка не отказываюсь и ставлю вот эту сюда, а потом вот сюда поставлю. Так, я должен сначала... Давайте сначала начнем с вот этой штуки. Да, нет, от 13 шка я отказываться не буду. Я сеть протяну. Сеть — это древесина. Древесина — это легко. Хорошо, здесь прямо... Так, я слишком далеко зашел. Так, ты идешь сюда, хотя нет, подожди, ты пока здесь стоишь, конечно же, в проходе. Так, хорошо. Здесь 220, хорошо. Как мне вас всех тут запулить? Как мне вас тут всех запулить? Может быть, я просто вниз вот так вот спущусь? Да, вот так вот идем. Хорошо. Здесь хорошо, здесь, понятно, оставляем на вкусняшку. Здесь, насколько это тяжело взять? Не тяжело совершенно, шикарно. Здесь воюем. Так, меня интересует 11 энергии, надо еще крутилочку поставить. Блин, прям вообще здорово. Так, great idea, sir. Здесь энергия пошла сюда. Здесь мы, само собой, поставили вот этого. Здесь прям мусор. 13. Здесь еще поставим одну хрень, поэтому... Да, начинаем пока вот так вот. Если солдат это все здесь удержит, это будет просто... Best. Так, мне нужно поставить вентилятор срочно. Мать. Похеру, забирай. Вот этот испулила. Я немножко обосрался. Ладно. Да, я немножко обосрался, а не немножко. Это придется контролить. Я очень сильно обосрался. Так, солдат. Ой, какой обосрам случился. Ладно, зато я теперь могу... Так, показывай, что у нас тут за пилорама. 14, 15, 16, 17, 19. 19, смотрите, какая красавица. А здесь 15. Фу. Теперь меня интересует... Купим золото на вот это дерьмо. Так, вот этот опенинг точно веселее, чем предыдущий. Так, мать, помоги, пожалуйста. Я тут натворил дел. Бра! Так, хорошо. Вентилятор поставили. 61 энергии, хорошо. Здесь надо
снова лесопилку поставить, потому что я пока что пустой по лесу. Мне нужно больше... Что такое? Люци очень шумит. Не как Танатос, но сильно. Люци очень шумит. Как понять, что... Как... Да подожди, он же не издает никаких звуков. Как он может шумить-то? Так, хорошо, ты идешь сюда, ты идешь сюда. Мне надо как-то с вами разобраться здесь. Так, здесь почему-то здание блокирует к этому зданию. Понятно, допуск, это понятно. Понятно, что ничего не понятно. Здесь Шокин Тауэр. Так, хорошо, здесь держимся. Вентилятор доделывается. Мы хотим еще один вентилятор, пока нет. Наверное. Хотя, кто его знает. Здесь столярная мастерская 240, ждем. Вот это лока! Так, ребята, это топ-трай. Это топ-трай. Это должно получиться. Это топ-трай. 15, 13, 12, 13. Это что за чудо из чудес? Твою мать, Саша, ты не должен это проиграть. Пожалуйста, умоляю тебя. Так, это топ-лока. Я прям, это настолько топ-лока, что я уже начинаю плакать от того, насколько это топ-лока. Кажется, только проблема в том, что я вот тут должен ставить фермы, а где я должен строиться тогда, по мнению игры, если я тут ставлю фермы? Кто-нибудь мне подскажет? Потому что я искренне не знаю, на самом деле, где должна быть застройка в таком ключе. Подожди, а где топ-ферма? Вот тут вот одна ферма, и все, остальные все не топ. Остальные все вообще прям не топ. Ой, насколько же не топ. Насколько же вы не топ. Мне супер сложно. Мне супер сложно. Так, хорошо. Не забываем накидать обычных хренюшек. Подожди, вот ты накидываешь обычных хренюшек, но только как бы тут, видишь, такое дело, что если ты сюда поставишь, ну сюда, здесь будет, да, здесь, значит, не будет точно. Да, вот тут самый почтенный лес будет здесь. Так что вот это можно и поставить. Здесь очень сложно поставить что-то, потому что денег нет, как минимум. Так, здесь надо это все дело разбирать. У меня эти уже прокачанные пирожуськи, а вот эти вообще просто нулевые. Тут, кстати, энергия. Может быть, стоит ее пробить. Тогда надо здесь поставить что-то хотя бы. Тянем энергию сюда. Фух, так, здесь еда есть. Можно поесть. Так, ты, братуська, стоишь, все у тебя хорошо. Ой-о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 й
Так, хорошо. Стоп, машина. Нет, так, тут лажа случилась. Лажа случилась. Ты красная, ты желтая. Идешь сюда. Так, хорошо. Нужна помощь. Ты в АФКшите. Так, 50... Так, где у меня, кстати, эти челы? Далеко. 60-60. Ферма сейчас... Че у меня ферма тогда делается когда-нибудь? Так, слушай, я на самом деле все здесь проюзать не смогу. Мне в любом случае надо... Лес. На что мы тратим сейчас лес? Да ни на что, ё-моё. Просто ни на что. У меня хорошего способа тратить лес сейчас просто нет. Блин, я просираю вот эту локацию. Она мне просто не нравится. Давайте как-то по-другому. Давай вот тут вот. Да, ну тут прям зомби прям под жопой у меня. И вообще ты как бы просто кучу домов понапихал, а толку у тебя никакого здесь нету. Так, building completed. Инвестируем в ферму срочно. Хорошо, это здесь. Красная ушла, желтая патрулирует вот так вот. Красная пошла вниз.
Ферма. Потом дом. Это позволит мне реализовывать дерево. Сейчас я могу реализовывать дерево на вентиляторы. Камни. Скоро понадобятся. Вот эти камни. Придется их добывать, да. Чего уж тут лукавить. Смотрим немножко наверх. Что у нас здесь? Здесь до хрена. Так, плохо. Защищайся как-то. Ай-я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 й. Как же тут неудачно все. Так, здесь вообще как-то спул какой-то жирный пошел. 67 опыта у нее. Вентилятор надо поставить один на будущее. Куда-нибудь сюда. Потому что все равно у меня здесь ничего не стоять не будет. Хотя, возможно, там ферма бы стояла. Подожди, да, реально, здесь бы ферма стояла. Идиот. Вот сюда поставь. Мы хотим здесь начать добывать по два камня хотя бы. Ну, давай смотреть правде в глаза, у меня камня другого пока больше вообще нету. Еще и хотя бы по два будет, ё-моё. Что ты хотел-то? Так, здесь лес есть. Топ-трайд обосрется на 20-й день. Это еще успех. Я это называю успехом, братан. Так, ферма готова. Ждем трицак. Трицак есть, можно поесть. Как это не парадоксально звучит. Так, 54. Да, здесь 54, здесь будет второй, да? Да, 34. Пошел. Хорошо, первая пошла. Так, дома. Скоро молчат дома, так сказать. Вообще я 10 буду ждать дней на то, чтобы мне пришел нормальный камень. Это, конечно, трындец. Что-то здесь... Говорили, богато всяким говном будет моя лока. Ага. Богато моя с... На... Кокенбол Торчер. Так, здесь дом. Срочно дом. Я хочу сначала построить производство. Что у меня по поселению? Поселение, кстати, 148. Возможно, рынок перед... Нет, рынок не перед. Сначала казарма, потом рынок. Очевидный. Так, кстати, еду продолжаем запихивать. Поселенцев, конечно же. Так, здесь пробивай. Здесь тоже пробивай потихонечку. Вы должны помочь мне. 85%. Пошла ферма. Разбивай. Так, хорошо. Так. Надо будет это как-то опустить. Здесь широкий фронт, вообще трындец, и как это защищать, непонятно. А, куда мы пойдем развиваться? Здесь развиться прям здорово. Ой, камня сколько! Не туда ты стреляешь, Вася! Короче, на самом деле развиваться надо наверх, потому что... Хотя верх очень легко защищается. Сюда поставил говно, и все, развивается. И сюда можно спускаться потихонечку, помаленечку. Воу, вот это металл. Здесь одной баллистой я закрываю все к чертям собачьим. Здесь второй баллистой я закрываю все к чертям собачьим. Да. А здесь я сколько ни кривляюсь, ни хера не закрываю ничем. То есть развиваться надо туда, что у меня проблемное. Развиваться будем сюда. Так, дом готов, это замечательно.
С после дома идет баллиста после дома. Только у меня пока что на нее денег нету, поэтому путь. Ждем. Скажи, пожалуйста, а как ты собираешься накопить на баллисту 700? Или сколько там надо? 500, да? 700. Если только что потратил все бабки на дома. Объясни, пожалуйста. Молчат дома. Дебилушка. Тебе дерево тратить на баллисты надо. Дерево тратить на баллисты. А ты тратишь говно на говно. Кто-нибудь мне объяснит, как я это делаю? Это я не знаю. А я это делаю. Так. Испулил еще кучу говна. Короче, копи 700. Запарил. 188. Так, эти челы пока живы. Эти челы пока живы. Здесь баллиста как будет стоять? Надо, чтобы вот этот проход прикрывало. И здесь будет бегать какая-нибудь арчерка. 676. Дай. Дай. Ладно, хрен с ним. Да, дерево оверпродакшн. Дерево оверпродакшн, но хрен с ним. Мне нужна баллиста по приоритету. Да дай ты, ёпарас, это инкам. Все, даю. Отлично. Камня, кстати, куча стоит. Это если я хочу побыстрее построить. Все, отлично. Здесь уже спокойно грейдимся. Ну как спокойно. Десять камня. Ой-ой. Здесь, кстати, тоже камня. Аккуратненько. Аккуратненько. Сколько у тебя? 87? Так, ну, Люцифер в прошлый раз показал себя очень хорошо. Мне главное Doom Village не спулить. Еще здесь два вот этих чела. Я, кстати, запускаться буду вниз. Придет зараженный мутант. Их, причем придет, они придут одновременно. Может быть, ну его нахер тогда, ребят? Аборт мишен. Аборт мишен. Я не хочу здесь. Я не хочу идти сюда. Я не пронесу. Иди сюда, бро. Иди сюда, мой тру-бро. Тру-бро. Да, посос. Посос. Да, я понимаю. Я понимаю, что я хотел здесь быть. Давай, бро. Просто показывай, где раки зимуют всем этим пососам. Чё хочешь, делай. Иди вперед. Шуми там, всю херню делай. Бро. А ты реально шумишь? Я понял важную историю. Его убьют сейчас к херам собачьим. Его убивают. Дай дерево. Дай дерево срочно. Что-то Люцифер меня не так радует, как я хотел до этого. Ну дай. Угу. Так, хорошо, тогда здесь... Копим на баллисту сюда. This, right? Дай. Вау, толстячок бежит. Ой, боже ж ты мой. Да, стреляй по самым живучим. Вы там в порядке? Опять мне ГГ? Посмотрите на эту срань. Так, здесь. Ну, башня одна пока справится с тем, что... С чем может справиться.
Но выглядит прям плохо. This, right? Я не знаю. Ну, он стоит на проходе. Это единственное, что я могу сделать. Я могу как-то отодвинуть? Нет, не могу. Ждем как-то. О, нет, вот сюда можно сдвинуться. Хорошо. Я не знаю. Иди сюда, нужна твоя помощь даже. Не, хоть хорошо, хотя подожди, Люцифер справляется. Так, давай. Давайте вы же хоть что-то сделаете. Какой трындец. Ладно, хорошо, ну здесь мы спулили здесь мы хотя бы босса не спулим, правильно? Или чего? Или как? Или спулим? Я вот не очень понимаю, насколько глубоко я могу по, грубо говоря, по наглости влезать внутрь. Так. Ты прям справляешься. Так, ты хорошо. Здесь, пожалуй, надо хоть что-то поставить. Только надо как-то все-таки, я полагаю, чуть-чуть более лаконично это делать, а то я достаточно ресурсов для этого сооружения. Так. Да, этот убьет этого. Так, что-то более пельмени у нас тут получается. Мы хотим хоть что-то сюда. 19. Да, пожалуй. Так, я в первую очередь хочу грейдиться, на самом деле. Мне нужно больше денег. Куда больше денег, чем то, что есть у меня сейчас здесь. 19 это здорово, но... Блин, даже не знаю, что и сказать. Ой, о, починка заработала. Шикардос. Ух, ёжик. Ладно. Нет, слушайте, ну, сливается вот эта волна. Сливается с этого краю. Это прям то, что нужно. Знаете, что я хочу? Нет, я хочу вас поставить вот эту срань. Здесь хоть будет какой-то напул? Нет, напула никакого не надо, бро. Никакого напула. Никакого напула нахер. Итак, кто? А, Люцифер. Люцифер просто, если умрет, то мы умерли. Умер Люцифер, умер я. Так, здесь хорошо. Так, кстати, у меня есть деньги вот на это дерьмо. Отлично. Иди сюда. Так. Строю я как боженька. Просто как боженька строю. Умничка вообще прям. Так, что у нас здесь? 10-й день с 13-ти. Мне надо коле уже потихонечку делать. Хотя позже... Не-не-не, мне даже коле не нужны. У меня сейчас Люцифер есть. А, он медленный, как жопа носорога. Так, я хочу здесь вторую баллисту. Конечно. Конечно, вторую баллисту. Так, энергия 7, надо будет вентилятор куда-то поставить. Тут вроде бьют. Надо чихать. Так, вы когда-нибудь здесь закончитесь, челы? Люцифер шумит, трындец, но вроде как, ребят. Вроде как мы даже более пельменя выживаем. Здесь уже можно ферму... Ай, сука! Так, вот этого убивай, пожалуйста, по приоритету. Ох ты ж, сука. Вот это я проподливился. Нет, ну тут... Сука, дурачок. Так, ладно, хорошо. С баллистой было хорошо. Короче, фишка... Так в чё я не прав? Я не прав с тем, что... У меня есть шансы хоть какие-то здесь.
выстоять. Нет, нету, они сейчас убьют вот это, надо будет убивать. Ладно, давайте просто попытаемся. Угу. Так, здесь. А, вон сойдет. Здесь. Да нет, тут уже вот эта волна пошла, тут прям. Не, здесь нельзя отбиться, только если я вот это вас. Ну хорошо. Не, он. Урон будет слишком большой, проще новый начать. А как... А, значит, новый надо будет. Можно отбиться, но чем? Зачем, вот главное. Люцифера глав зданию. Зачем? Моя задача сноуболить успех. А у меня не успех, с которого я должен начинаться, потом буду с дикими. Отбиться чисто гипотетически можно. Люцифер, там нету ни одного зомби, который бы не был бы убит Люцифером. Другое дело, что я потеряю кучу зданий. Да. Блин, какая тяжелая миссия. Чуть-чуть. Ну, тут я обосрался очень сильно. Вау, вот это лес, опять же, топовый. Так, здесь хотя бы понятно, куда строится. Строится вниз. Это прекрасно. Вау. Здесь куча леса, здесь куча... Здесь широкий фронт. Строимся вниз, а толку никакого. Так, что у нас здесь? Камня, куча зомби. Хорошо. Мы будем помогать солдатам что-то делать. Так. Здесь 10. Здесь 10 еды сразу. Здесь 4. 4. 16. 13. Если здесь, то 13. Сойдет, кстати, более пельмени. О, Ридахия. О. Так, здорово, как норм игра на стриме. Здравствуй. Спасибо, что держишь в курсе. Я потерял лучницу сразу. Господи, какой я дебил. Следующее. Почему мне не сказали, что на мои войска напали? Почему не было анонса? Па-па-пам! Я же на него ориентируюсь. Я не знаю, что ее атакуют или нет. Я не могу все время на нее смотреть. What the fuck? Почему не пошумело? Как так? Или я просто... Или все на экране у меня происходило. Я просто глазами в другом месте был. Воу! Так, здесь фермы, здесь пилорама, раз, пилорама 2. Туннельное зрение прокнуло. Это хорошо. Так, строимся, само собой, вниз. Приятно, когда очевидно, куда строимся. Найс. Так, хорошо. Еда, куча, камня, железо, очень хорошая добыча. Здесь мусорненько. Здесь тоже хорошее место. Так, здесь хорошее место, чтобы... Здесь хорошо. Ага. Этого чела мы трогать не будем, да, здесь надо вот так вот.
Эти камни добывать будем? Думаю, что нет на самом деле. Так, здесь эту зеленуху какая-то жухлая, поэтому мы спокойно от нее отказываемся. Здесь у меня кончились деньги. Ой, как сложно. Так, бротик, давай, иди сюда. Стоп, машина. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь продолжаем застройку. Так, недостаточно ресурсов для строительства. Хорошо. Пища. Пища кончилась. Так, что у нас по пище? Здесь ничего из этого. Воу! Лесопилка требуется рабочих минус 2, рудник требуется рабочих минус 2. Это здорово. N20 энергии сразу? Или вот эта штука? Нет, это прям хорошо. Мне нравится. Мне нравится. Лесопилка требуется рабочих минус 2. Хорошо. Рабочие, отлично. Угу, ты у нас здесь на патруле, пущай будешь. Так, мне же надо было добавить это все дерьмо давным-давно. Так, здесь прям супер не круто, если на то пошло. Так, здесь так. Здесь только если так, то мне надо будет вот сюда поставить. Это прям лють. Но здесь есть вот эта история. Типа пам, пам. Ну, туда куда-нибудь. Ну, делать нечего, пихаем сюда. Из нефти нельзя подобывать будет. Так, первая еда. Как говорится, попей говна. Первую еду поставили. Так, мне надо уже вовсю добывать. На самом деле, это что за фигня? Это что за фигня? Пошли вон. Что одна, что вторая. Давайте, девчонки. Девчоночки, так ты немножко подсоби девчоночкам просто. Теперь вот тут подсоби. Так, ты здесь, я пилораму сюда на 19, конечно же, сразу хочу. Даже без вариантов. Это значит, то, что сюда надо тянуть сразу. Даже необсуждаемо. Причем вот этот угол можно не занимать, поэтому просто ставим вот сюда. Чпонька, чпонька. Вторая, кстати, может быть, мы сюда ее как-то подтянем? Я могу вот сюда поставить, и тогда я смогу еще вот этот угол занять. Но тут, видите, тут достраивать надо будет, потому что надо будет вот эту штуку фигачить. А альтернатива какая? Альтернатива, я поставлю вот эту штуку сюда потом. Хорошо, я услышал тебя. Меня это устраивает. Вот это вот так пойдет. Так, хорошо, здесь пища доделывается. Ты здесь. Здесь ждем, пока прокнет. Хорошо, здесь хорошая... Ты так домами спамишь, что у тебя рабочие никогда не кончатся. Нет, не спамлю. Я буквально здесь у меня нету большого плато для рабочих. Дома у меня кончатся. Это самая большая проблема в этой карте. Это буквально дома. Их надо строить миллиарды сраные. Сранилионы, понимаешь? А у меня их буквально нет. Так, бротик, иди сюда, помогай вот здесь защищаться. Так, хорошо, здесь пилорама первая пошла. Красивая, великолепная, шикарно, 19 шок. Дикая пилорама. Вот эта пилорама вряд ли будет хорошей, на самом деле. Я вот о ней думаю, но сейчас, когда я о ней думаю, это прям больше. Так, братиня, тяни вниз. Мне нужно, чтобы эта история была более закрыта. Энергия 7 здесь сейчас будет... Никаких проблем, лесопилочка. Так, лесопилочка. Здесь придется так, да. Придется так. Тянем, потянем. Пирогиня фигачит. Здесь пирогиня тоже фигач. Пирогиня фигачит 2.
Ты, кстати, можешь вот сюда зайти. Вот тут вот, по идее, тебе ничего не угрожает. Здесь, кстати, я давным-давно хотел поставить вот этого чела. Хорошо. Сейчас после этого надо будет вот тут вот поставить что-то на 15. Хорошо. Тут будет, правда, минус лес. А, подожди, да, минус лес. Минус лес, минус лес, это бобо. Ну это ладно, хрен с ним. Так, идешь вот так вот. Ты, да, ты. Да постольку, поскольку на самом... Опаться. Бро, я пошутил. Это была шутка. Идешь сюда. Ты тоже идешь сюда. Ой, как же дерьмово-то, как же сложно. Так, что у нас по этой пилораме? Пилорама на 17, но я не могу ее поставить, потому что поставил здесь на 19. Очевидно, что магии не будет. Придется ставить сюда. 13, 15, 12. Кстати, сюда потом... Ах ты ж, сука, сюда не смогу ничего поставить. Ну ладно, что ж тут поделаешь. Ради этой пилорамы придется под... Ну, в любом случае, инкам больше 30, правильно? В любом случае больше 30. Мне, правда, сейчас так много не надо. Мне сейчас так много не надо, но в общем и целом, да. Хотя ладно, а что мне? Ну, пущай будет. Я все равно сейчас жду еду. Нет, да, подожди, сначала я хочу. Значит, ты пойдешь сюда. Значит, сюда никак. Сюда на 12. А, какой шашупа, какая шашупа, какая шашупа. Ладно, ждем. Копим. Так, пирогиня. Что у тебя, 48%? Давай, справляйся с этим говном, как хочешь. Ты тоже не получай лишнего. Бротик, мне бы тебя где-нибудь по центру держать. Вот здесь вот мне не помешает. К сожалению, к величайшему, я реально пока не могу вентилятор нигде впихнуть. Угу. Так, здесь вентилятор пошел, здесь у нас жухлое место, сюда вентилятор пошел. А, 26 еды, один вентилятор пойдет, пожалуй, да. Здесь, кстати, очень плохо случилось. Давай поближе куда-нибудь ко мне. Ой, я просил его. Так. Мне бы как-то затянуть что-то куда-то. Кстати, могу здесь... Если мы сюда пойдем, сюда хорошо идти? Да, здесь сюда прям очень хорошо идти. Мне плюс еще ко всему нужно хорошее жирное место для постройки. Это либо здесь, либо здесь. Ну, по-моему, очевидно, что вот тут вот на самом деле. Здесь прям плохая зелень, если на то пошло. Так, что у меня по пилорам? Да, пора уже пилорамку ставить. Нужно ферму выходить. 22 еды, и это мой, по сути, максимум. Ух, давай не надо глупостей. Так, на это чихать. Здесь как-нибудь вот так вот, да? Как-то так. Здесь что у нас? Что у нас здесь за... Нет, дом, потому что почему-то сюда не хочет дом пихать. Ну что за человек? Пихай дом, пожалуйста. Почему-то не хочешь сюда дом пихать никуда. Очень бесишь. Очень бесишь тем самым. Зря ты так. Так, здесь, кстати, дальше давить не надо. Мы сюда прям хорошо зайдем. Тихо. Так, столярка. Я бы с радостью как-то пасу... Блин, вот это надо было спланировать. Okay.
All right. For the humans! You again. Gotcha. What? Let me put an arrow in his head. Так, хорошо, здесь какие-то дополнительные дома. Здесь можно вниз стянуть. Так, хорошо. Здесь пока можно приостановить производство. Может быть, хоть тенкамчик. Да и тут, на самом деле, тоже можно приостановить производство. Тенкам чуть-чуть пойдет вверх. Это, на самом деле, бред себе кобылы, конечно же. Включать надо будет, как только первую трату сделаю. Блин, здесь очень много этих челов. Так. Мы копим на ферму, лес у нас пойдет на ферму. Больше пока еды у нас не будет вообще никакой. Подожди, а почему у меня еды не будет никакой? Вот эта штука что, 5 дает? Это прям слабо. Прям слабо. Прям слабо, реально, реально еды никуда. Хорошо, подожди, давай тогда вот так вот. Давай тогда вот так вот пройдем. 35. Это все хорошо. Здесь надо будет спуститься как-то. Как спускаемся-то? Как-нибудь вот так вот спускаемся, чего уж тут? At your service. For the colony. Мне прям очень хочется здесь пострелять, потому что мне кажется, что это нормальная тема. Ой, как же мне вас, как же мне вас, как же мне вас. Здесь нужно дома какие-то запихнуть. Так, ферма пошла сразу. Так, хорошо. Чем-то не сутулься? Посочечек просто. Так, хорошо. Как мне вас впихнуть-то? Ой, бьют деревяху, это же плохо, да? Да, наверное, как-то не очень хорошо. Как-нибудь вот такие вот поставлю. Узкие проходы. Так. Да, что-то как-то и деревяху месят, и... Так, здесь хорошо, здесь хорошо. А-та-та-та-та-та-та, ждем на ферму. Сейчас вот ферма придет, будет прям повеселее. Вот когда придет, только пока не пришла, вот не весело совсем. Блин, чел, ты сможешь удержать это дерьмо? Кажется, на самом деле не сможет. Хотя, Хейрозе, давай отсюда, сюда патрулируй. Так, вы молодцы. Так, пора добывать хоть какой-то камень, да? Ну, блин, я вообще сюда тянулся с этим камнем, так что пока что камня у меня никакого не будет. Может быть, я просто какой-то камень просто ради проформы добавлю? Радар, кстати, дорогая штука. Здесь, кстати, смотрите, сколько можно пихнуть домов. Да, домов-то можно пихнуть жопой жуй. Только толку-то какого? Нету никакого толку. Здесь надо... Здесь хорошее место, я не буду засирать его вентилятором. Тут хорошее. Тут место нормальное. Вот его можно засирать вентилятором. Здесь на самом деле можно не париться и сразу вот тут еще поставить вентилятор. Хотя не, подожди, мне сейчас продать. Да, сразу делаем грейд на дом. Дом это хорошо. И сразу копим на ферму. Мне нужна ферма. Здесь будет одна, вторая, третья. Вот тут, возможно, еще одна будет. О, хорошо, что-то делается. Где ферма? Развед 73, плохо. Хорошо. Ферма, ура, ура, ура. Так, здесь 26. Здесь 58, 56. 56. 56 пошла. Хорошо. Ура, 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 сейчас вторая пойдет. Вентилятор один поставил? Да, один. Сейчас дождемся второй фирмы. И потом поставим еще один вентилятор. Ух, сложно, 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 сложно. This
Так, пирогини потихонечку опускаются. Большие молодцы. Камень куда пойдет? Так, пошла ферма номер 2. 52, 42, 52, конечно, берем здесь. 52, вот это красавица. Так, вентилятор стал на скидку на заставшуюся вот сюда вот. Красавица, красавица вентилятор. Так, скоро будет плюс 100 пищи. Это красота. Так, теперь вопрос на миллион. После дома мы что делаем? Рынок бессмысленно, у меня камня вообще никакого нету. Большую баллисту сразу. У меня куча дерева, у меня инкам дерева 34, сейчас еще придет вверх. Копим. Подожди, а почему копим-то? Сразу на баллисту копим? У меня инкама никакого нету, а ты хочешь на баллисту копить? Это что за покемон? У тебя нету никакого инкама, ты хочешь копить на баллисту. Сначала, пожалуйста, будь добр, построй 10 тысяч миллионов домов. Да. Будь добр, больше домов. Это что такое? Почему я не могу это поставить? Здание блокирует доступ. Очень дерьмово, что здание себя так ведет. Честно говоря, мне кажется, что здание должно перестать блокировать доступ. Так, ладно. Ты опускайся постольку поскольку. Перевеси на 3. Да, нужно пока что... Здесь пока затянем что-то. Можно, может быть, вот эту штуку можно. Радар. Я не знаю, что радар стоит, но я думаю, что копейки. Ух ты же, ёжик. Так, с векторами мы разобрались. Так, баллиста. Баллиста пока еще никуда не идет. Хотя сейчас будет 500, может быть, можно будет. 775. Да, на баллисту. Баллиста пошла изучаться. Хорошо. 160. Так, меня интересует на самом деле что-то. Так, нет, сначала надо вот это подопустить. А вот это опускаем историю. Опускаем вот эту историю. Хотя, знаешь, я пытаюсь очень много захватить, а на самом деле теряю на этом больше. Поэтому пока так. Так, этот камень можно начать добывать потихонечку, помаленечку. И, кстати, какой-то... Так, 168. Нужно очень много золота. Золото 349. Инкам просто паршивый. К разговору о том, что ты впихиваешь дома где хочешь. Ага. Где хочешь, Маэс, как говорится. Здесь никак. Мне вот эти, кстати, дом... Вот этот дом... Ладно, я понял, мне этот дом просто не нравится. Сколько ни кривляйся, он вообще просто не вписывается ни в какой рыночек. Хотя бы так. Здесь можно хоть какие-то дома пихнуть хоть как-то. Так, хорошо. Ждем-с. Здесь вот еще прям дома построены, мама не горюй. Сразу видно, боженька строил какой-то. Так, 33-44, пока живы целые орлы. Attention. Building completed. What? Okay.
Угу. Так, улучшенный рудник, бонус солдат 3. Вау! Солдаты это здорово. Солдаты это здорово, но улучшенный рудник тоже очень здорово. Его можно пихнуть будет налево. Солдаты мне не очень нужны, потому что они шумят просто охренеть. Как вы думаете, что брать, солдаты или улучшенный рудник? Улучшенный рудник, он прям... Это же как бы получается нефтетехнология. Я же его могу просто так поставить, да? Мне что-то подсказывает, что солдаты это просто плохая идея. Доверюсь чутью. Они мне скорее в минус сыграют, чем в плюс. Да, я понимаю, что нужна защита, но... У тебя и снайперы еще больше шумят. Понятно, но только у меня снайперов-то и нету. Улучшенный рудник поможет спайкануть экономику. Попробую на будущее. Я постараюсь вот сюда потом запихать. Или, может быть, сюда. Да, хорошо. Рабочая 6, энергия 15. Реально класс, класс, классная штука. Так, баллиста потихонечку здесь. Так, Technology Research Finished. Это очень здорово. Коль я пока не нужен. Так, здесь мы грейдимся. А, слушай, раз у меня появился улучшенный рудник, я его хочу вот сюда поставить, правильно я понимаю? Для этого мне нужно как раз таки пора уже и баллисту ставить. Только вопрос, где миллион? А! Чего? Какого хера? Как? Вот тут вот, втихую? О, боже. Ну твою мать. Твою мать. Как? Как? У тебя же здесь... Я ненавижу эту миссию. Ой, господи, какой... Наберут по объявлению. Неплохо тут, кстати, по камню. Здесь вот такая, вот такой дубль будет. Здесь, в принципе, вот так вот тогда получается. Твою мать. Ого. Это что за удача? А что происходит? Так, подождите, пожалуйста, а что с этим стартом, друзья? Я в раю? Я умер? Это лимб? Чё это происходит? Так, здесь... Ну, я не знаю, на самом деле, куда именно, но сюда, наверное, пойдет пилорама. Да, сюда явно пойдет пилорама. Засим... здесь так, здесь ты сюда не встанешь. Здесь придется тебя сюда ставить, здесь. Тебе придется так ставить, то вот это прям оно. Хорошо. Хотя на самом деле больше ничего особого нету, да? О, еще что-то есть. Еще одна горящий трак. Со временем я его разберу. Правильно я понимаю?
Attention. Here we go again. Building completed. Okay, great. Attention. Building completed. Let's do this. Вроде да. Ты идешь к бар, бочке. Я, честно говоря, бочку чувствую. Запасы золота плюс 600. Это... Подожди, запасы золота плюс 1000. Это единоразовая выплата? То есть он мне предлагает единоразовую выплату? Или это... Нет, единоразовая выплата в 1000 золота. Это прям трындец. Берем. Так, 14 здесь на пилораме. Пилорама не то, чтобы прям какая-то, откровенно говоря, волшебная. Я бы даже сказал, что она прям не кокосовая. Вообще, на самом деле, начало выглядит типа многообещающим, но на самом деле оно отвратительное, если на то пошло. Я прям решительно пока что не знаю, как мне действовать дальше, потому что что что-то непонятное. Единственное, что горелое. Единственное, что горелая машина внизу что-то подсказывает, грубо говоря. Так, пошел вон. Угу. Так, забери, пожалуйста, эту штуку. Так, немножко еды поднакинули, хорошо. Теперь копим Ах, ты ж собака. Ну ладно, хорошо. Копим само собой. Здесь дерево. Так. Ты тараканил вот эту штуку. Сося, а ты чё орёшь? Так, нет, подожди, а ты чё делаешь? What the fuck, бро? Таракань сюда. Ой, сложно. Да, она выглядит хорошей, но на деле она нифига не хорошая. А что делать дальше, непонятно. Лес, тот факт, что я не добываю лес, это прям охереть, мягко говоря. Я очень надеюсь, что это не спулит весь аул. Заодно чекнем, как это работает. 14. Так, хорошо. Энергии, пищи нет, энергии нет, нихера нет, живем. Один раз пошумели и хватит. Ты пойдешь на всякий пожарный вот сюда. Хотя и здесь классно. Да, здесь у меня вот эта пирогиня вычищает. Ты вот тут вот. Ага, вот. Вижу. Покажи, что тут у тебя есть. Вот так вот просто на патруле постой, пожалуйста. Так, наконец-то я смогу тебя сюда, очевидно, раз. Больше энергии, больше нету. Нихера. Ты... Слушай, не парься, просто чуть-чуть подговни здесь. Так, хорошо, потихонечку еда добывается. Мне правда надо... Так, вау, что-то как-то здесь не похоже на то, чтобы я это быстро разобрал. Ради еды. А что я еще могу здесь делать? Ничего. Только если опускать... Ладно, хорошо. Ладно, смотрите, у меня здесь больше ничего не получается. Значит, здесь нужно сделать дополнительный вентилятор. После дополнительного вентилятора я опускаюсь ниже. Здесь нужно будет... Деньги будут, не будет ни леса, ни хера. Если у меня не будет ни леса, ни хера, но будут деньги, что мы делаем? Если у меня ничего этого нету, но будет все остальное, что мы делаем? Юнитов? Юниты нам нужны. Юниты и расползание. Дальше? Чего ж тут лукавить? Да, скоро построим военку. Военку сейчас построим. Эту срань сюда тянем. Сейчас доделаем
Подожди, а какие юниты, если еды нельзя? Ну, мои юниты будут стоить херню. Ждем, 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 броски. Так, здесь что? Ну, что-то есть. Attention, building completed. Сколько? О, древесина 20, камень 20. Посмотрите на эту красоту вообще. Ну, иди сюда. Сейчас достроится вот эта усрань, мы ее пихнем. Сюда. Хорошо. Если в любом случае сюда никто не пойдет, поэтому это сюда. Здесь пищу, из-за пищи мы никак не можем здесь ничего сделать. Здесь 0-0-0 по нулям. Какой же трындец, ребят, какой же трындец. Я даже не знаю, куда развиваться, если на то пошло. Так, ты у нас вообще на самом деле север закрываешь. Тут карман бы на самом деле затушить. Это, кстати, плохо. Хотя нет, ладно, нормально. Так, ноль еды. Ноль еды, куча энергии. Слушай, если ноль еды, значит, надо идти вот сюда. Точно, нужно идти сюда, обязательно. Потом поставим что-нибудь куда-нибудь. Да, идем сюда. Хотя почему, подожди, почему я в такой притык-то поставился? Да, вот так вот, здесь сюда. Gotcha. Yeah. Так, здесь разносим. Потихонечку, помаленечку. Слушай, бро, давай ты потихонечку будешь вот так вот тут идти. Поверим немножко в солдата, ребят. Потому что я не знаю, что делать без него сейчас. Мне он точно нужен. Так, древесина рабочая, да. Хорошо. Так, здесь. Эта штука сюда. Красота. Здесь меня интересует в первую очередь вот тут вот пройти, поверху. Ты выносишь? Это что за херня пошла вон? Что у нас здесь? Здесь все хорошо? Да, здесь все хорошо. У тебя тут немноговато войны? Вроде нормально. Ждем. Так, ты у нас здесь. Вы на защите. Здесь что-то делается. Копим 14. Подожди, тебя уже можно как-то запихать? 7. Ну, хоть что-то, ё-моё, хоть какое-то. Хоть какое-то дополнительное пилорама-то, а то я в жопе в полной. Прям я не знаю, на самом деле, как тут добывать. Как будто я должен что-то. Сейчас мы сюда спустимся, жопу вмыли. Так, чел, кстати, справляется. Молодцом. Здесь, кстати... Greetings and salutations. Здесь мы удлиняем эту штуку, здесь надо будет поставить. Спасибо большое. Угу. Так, лукаресы делают лукарные дела. Бро, давай, тяни, тяни наверх. Что хочешь, делай. Как угодно высирай дамаг. Просто как угодно высирай дамаг, братан. Как угодно, мне просто чихать. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Нам нужен этот дамаг. Девочка делает девочные дела. Здесь защищено. Здесь защищено. Здесь... Слушай, какая разница, мы дальше сюда не идем, поэтому это просто закрываем. Ты можешь сюда не идти, идешь сюда. Давай, делайте... Делайте дела. Господи, вы творите историю, походу. 9-11. Почему не можешь... Уже имеется ресурсы провизии. Сука. И здесь перекрытие будет. Да твою мать, ну и трэш. Ладно, зато здесь 9. Здесь 9, здесь 8. Можно дополнительное поставить? Ну, может быть, конечно. Вы посмотрите, я даже фермы могу не изучать. Посмотрите на эту зелень. Здесь просто пусто так, что просто обосраться. Я бы хотел сказать, что выросла капуста. Так ведь нет, нету никакой капусты. В этом и проблема. Ладно, вот это 40. Сейчас дойдем до этого 40-ета.
Здесь пройдем дальше. Чего угодно сделаем, но пройдем. Сейчас знаешь, что мы сделаем? Иди в первую очередь сюда, пожалуйста. Так, девчонки. Четыре девчонки — это волшебное количество девчонок. Давайте. Какого хера? Кто? Вот тут вот. Понял. Так, идешь сюда. Ладно, ничего страшного, что обосрался с девчонками. Ну как ничего страшного? Страшно, конечно, страшно. Обосрамся, конечно. Кому он нахер нужен такой-то? Капсфор обосрамся. Кому он нужен такой? Так, девчонки. Нет, только не припасы же вы не можете разрушить. Так, давайте, красавица. Иди сюда. Ты... Сука! Я же жал. Так, нет, вот. Убивай его как можно быстрее. Это сюда. Я же... Это что вообще было? Я чуть было не было. Можно, пожалуйста, починить? Так, ты здесь вот сюда беги пока что. Так, что у нас здесь? Здесь прям полноценно все, да? Хорошо, но проблема. Ну, полноценно и полноценно. Че, какие проблемы? Идем сюда. Давай, бро. Защищай. Так, это что такое? Это босс, что ли? Так, это выглядит как подранная срака для меня сейчас. Так. Хорошо. Думай, дурья голова, думай. Так, подранная срака индит, конечно, но... Что если я... Удержу тебя, мы желтушечку оставляем здесь, ты пока подчищай. Так, здесь надо еще одну. Так, хорошо. Камень добывается. А я не знаю все равно, куда мне идти и что делать. Ну, вот это я, предположим... Проблема реально в том, что у меня... Да, Максим, это прекраснейшая игра. Я даже не знаю реально, что делать. Я не знаю, что делать. Как? Хорошо, а есть же еще стеклянный купол, или как там это дерьмо называется? Столярная мастерская, рабочие... Рабочие 10. Господи. Я еще и столярную мастерскую не могу запихнуть. Так, ты продолжай убивать их. Девчонки, идите сюда. Пошел вон. Я реально не могу ничего сделать. Ну, подожди, стой. Ну, не то чтобы прям совсем ничего не мог сделать. Сейчас мы чуть-чуть тут... Давайте, девчоночки, подвигаемся. Ты здесь. Здесь пока никого нет, но ничего страшного. Давайте, сейчас 40 пищи уже надо. Слушай, я думаю, что даже уже надо немножко альфануть за сорокетом. Не знаю, хорошая ли это идея, но думаю, что пора. Так, все, здесь надо... Нет, не склад, отвали.
Столярка пошла. Ноль рабочих, две пищи. Господи Иисусе, что мне делать-то вообще в этой игре? Так. Девятка пошла сюда еды. Девятка пошла сюда еды. Ты идешь сюда пока. Давай дальше особо не идем. Так. Чекуси вроде так. Ты да, ты реально вот тут вот просто на патруле вот так вот ходишь. О, господи, что Иисусе. А чё тут бегут-то такие важные? А чё у вас так много-то? У вас не до хрена, ребят? Мне бы как-то вас... Подожди, а это что? Ты как будто оббегаешь, как будто спулил Doom City. Что за херня? Вас много. Тут много, там много. Какого хера? Какого черта происходит? Почему так? Так, здесь еще что-то было странное. Вон, здесь чуваки справятся. Пусть атакуем колонию дефенсис. Рабочие один, а рабочих ноль. Удобно, да? О, господи, как же у вас до хрена. Вот как? Лидеры зомби очень крепкие и сильные. Очень жаль. Как потратить бабки? Как наладить экономику? Чё делать? Как накормить это поселение говнорей, если объективно не... А, подожди, у меня еще, кстати, 20 еды. Что-то я... Подожди, по поводу поселения говнорей. Секундочку. Wait a minute. Сейчас я еще что-нибудь тут даже добавлю. Ладно, тут теперь уже не добавлю, но ничего. Надо в любом случае начинать с фермы, потому что только ферма, только хардкор. Мне нужно где-то брать еду. Я ее не могу не нафармить. Честно говоря, как-то... Честно говоря, это какой-то рестарт, потому что я реально собрал неплохой более пельмени дефенс. Я занял много территории, но это много территория вообще ничего не дает. Вот просто в аду в каком-то импровизированном. Че вот толку от этого? Посмотрите на это. 1300 монет. Я потратить их не могу. У меня нет ничего. Ну ладно, я могу, в принципе, вот арчерок себе заказать в Жополиард. Да, да, здорово. Это что, кстати, происходит? Ёпарасоте, что это такое? У тебя халявная жрачка, где? Рынок трусами... Нет, 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 братан, это так не работает. Ты вообще даже не пытайся думать, что это так работает. Ну давай уже, тупица. Находится слишком близко. What? Действительно слишком близко. Вот эта штука очень нужна. Это что за покемон? Да пошли вон. Technology research finish. Толку никакого с этого. Слушай, давай попробуем, может быть, тогда колиями реализоваться. И пищи нет, поэтому, по сути, дом без вариантов. Есть камень, и есть, но есть только 134, поэтому эта штука тоже без вариантов. Наблюдатель, стеклянный купол. Пища плюс 800. Вот, камень, железо. 150 железа. Нет, еще 6000 золота. Стеклянный купол — это очень хорошая идея, но не сейчас и не мне. Тогда колья. Тогда колья и баллиста. Колья и баллиста. Баллиста, наверное, наиболее оптимальный вариант. Колья все-таки, наверное, на чуть-чуть попозже. Хотя, по-моему, на колья наламывать
челов можно будет. Давай попробуем хотя бы... О, отлично. Так, ура. Мы сможем выдохнуть на... буквально на минуту только, правда. Это все равно трындец. А это что такое, прости? Как будто там их куча. О. Так, вентилятор поставили на будущее, хорошо. У меня куча камня. У меня куча камня, куча камня, куча камня. Куча камня. Камни. Тут вообще просто хереть, а не встать. Сойдет, ладно. Ну слушай, понадеемся на то, что мы можем сейчас... Слушай, я как-то, честно говоря, начинаю очень сильно переживать относительно того, как у нас тут... Пошла вон. Тут уже надо как-то, чтобы... Не так уж, чтобы на халяву он мог они могли пройти. Да, я думаю, что тут солдат справится. Так, ты отсюда до сюда патрулируешь. Так, что мы здесь делаем? Большая баллиста, хорошо. Спайк сразу на будущее. Так, теперь вообще мне давным-давно надо поставить нормальную лесопилку. О, какая красавица лесопилка. Так, здесь. Восьмёра сюда. 11 сюда. Сразу закрываем. Тебя вот так. Тебя вот так. Так, девчонки, вы спасаете отца капитализма. Сразу дом потом сделаем, наверное. Хотя нахера мне этот дом, кто-нибудь мне объяснит. Это я не понимаю. Ты, кстати, как будто не доезжаешь. Да. Девчонки, на вас вообще прям супер надежда. Вы не могли бы, пожалуйста, разобраться с этим краем? А нахера я разбираюсь с этим краем? Кто-нибудь мне подскажет? Вот нахера он мне? Вот чё он мне упал? Вот этот край буквально пустой. Край пустого говна, как моя жизнь. Он, кстати, набегает нормально. Так, немножко под контролем, потому что мне что-то не нравится то количество говна, что я тут вижу. Мне надо дожить до баллисты здесь. Так, пошли кого он, ребят? Пожалуйста. Так, здесь... Удобный проход. Удобный проход, мы его занимаем. Только зачем я, простите, так глубоко... Ну, в принципе, нормально, на самом деле. Где я максимально могу поставить? Давай предположим, что ты на самом деле удержишь его вот так вот. Хотя, подожди, может быть, вот так вот? Нет, нет, нет. Так, хорошо. Так, ну это надежда. Вот этот хотя бы чинится. Хорошо, это тоже чинится. Фух, хорошо. Справляйтесь здесь. Так, хорошо. Здесь гопничков закрываем. Здесь пока что нихера нету. Здесь сейчас достроим.
Как-то так. Здесь на самом деле надо будет идти дальше. Здесь нужно будет защищаться. Здесь надо будет построить защиту, чтобы я смог дальше. Чтобы я мог здесь. Куда продвигаться-то? Продвигаться, если на то пошло, надо сюда. Здесь еще, кстати, зеленый край. То есть, грубо говоря, здесь надо закрыться. Здесь закрылись тоже. Здесь вот этот момент не очень понятный, он хороший или нет. Давайте-ка немножко развитку гусем гидрой сделаем. Потому что если здесь окажется хорошая зона, а здесь выглядит так, что здесь хорошая зона, то, возможно, мне сюда надо просто заэкспандиться. Хотя что-то как-то я пока что выглядит так, будто бы я какую-то херню страдаю. Здесь в любом случае территории очень мало. Просто куча леса. Да, какая-то херня. Я творю какую-то херню. Так, здесь, само собой, постараемся сделать что-то, что защитит максимально много расстояния. Это зачем мне здесь? Не, кажется, это не те дроиды, что я ищу. Так, здесь 46, здесь пока что прет огромное количество говнарей. Ладно, останавливаем их, сдерживаем. Здесь рабочие 3. У меня рабочих нету, а пищи зато дофига. Так, пищи дофига? Так, дом апгрейдил. Отлично. Здесь держимся. Здесь надо выдержать сначала волну. Уже после этого можно будет свалить. Кажется, уже можно сваливать. Так, вот у меня зелень. Здесь можно ферму воткнуть. Хорошо. Мы хотим здесь что-то добывать? Пожалуй, пока нет. Хорошо. Здесь чушь. Здесь надо просто поставить, дождаться и поставить. В первую очередь у нас... Вот эта штука меня интересует в первую очередь. Ждем инкама. У меня, кстати, здесь есть огромное количество бабла. И я не боюсь им воспользоваться. Это что такое? Почему у меня здесь так? А, машина. Понятно. Делаем проход, чтобы здесь был допуск. А это-то как? Тут-то можно будет пройти. А, тут просто денег нет. Хорошо. Так, мне, возможно, склад надо будет как-то... Мать, натрави, пожалуйста. Так, здесь что-то закрываем. Копим деньги. Так, давай поменьше. Поменьше стрельбы, поменьше всякого говна, а то я сейчас тут на пулю. Technology research finished, хорошо. У меня можно уже потихонечку рынок делать тогда. Нет, сначала баллиста вот сюда. Сначала баллиста на защиту, потому что без нее я не вижу своего будущего. А потом уже сделаем. Хорошо, пирогиня, пожалуйста, продолжай напуливать. Так, хорошо. Есть дерево. 200 золота. Денег просто нет. Вообще просто игра издевается надо мной. Как же похорошели пустыни при Скамянине. А в чем суть пустыни со Скамянином? Я просто не очень понял. Так, здесь можно спуститься вниз. И тогда сейчас уже... Так, отлично. Здесь камень. Камень. Пирогиня здесь.
Так, надежда броет только на тебя. Так, дай. Так, хорошо, здесь тянем вниз, само собой. Вау, это уже 12-13 день. Так, ист. Ист. Это у нас... Да шипы, это шипы, лол. Когда увижу, где они бегут, я просто шипов набахаю там и все. 38, 30. Здесь 2 поставим, да? Здесь 28. Здесь 30, вот так вот. Как они сверху бегут. Все-таки пожарный. Да не, не, забей здесь. Здесь реально они реально придут сюда. Вообще по-хорошему бы на самом деле выйти и покатить их на шипах. Ну уж ладно уж. Так, здесь хорошо, здесь хорошо. Здесь ждем пока что, я понимаю, что здесь сейчас. Так, на пул, мать, мать, на пуль. И, кстати, тоже на пуль. Хотя, может быть, не стоит напуливать. Юнит регенерация разведчик. Господи, фу, какое дерьмо. Какое говно, господи, нет. Такого мэра мне не надо было. Господи, какой кошмар, блин. Какой кошмар, ребята, какой кошмар. Рынок берем. Господи Иисусе, у меня сейчас прям, я прям матом хочу ругаться. Какой мэр говна. Какой мэр говна, твою мать. Я в очень плохой экономической ситуации. Так, здесь надо спускаться прям ниже, ниже, ниже. Я прям хочу держать внизу. О, господи, как же я вас всех ненавижу. Иди сюда. Так, пирогиня, ты тут защищаешься. Ой, да fuck you, просто пошли вы вон. Go get better. А, так, здесь сейчас просто перенесем пониже и баллисту. Закроем вот этот проход и хватит. Так, давайте ждем, 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 ждем. И потом спускаемся вниз. Здесь, безусловно, могу впихнуть сейчас. Еще и это дерьмо не могу впихнуть. Ждем немножко. Деньги нужны на баллисту, деньги нужны на все дерьмо. Здесь, кстати, на самом деле, вот эта баллиста, она прям... Так, что я сделать могу здесь? Ты кто, мать твою? Почему ты на меня пришел? Хорошо, подожди, а ты можешь сакрифайснуться? У меня нету на него дамага. Два! Ну я бы, кстати, одного, может быть, убил. Я не могу, пока у меня пока... Ну ладно, тут было плохо с... Здесь было очень хорошее с точки зрения бабла и начала. А чё они такие жесткие? Почему? Просто прилетели тени привидений. Так, ладно, надо... Здесь было очень... Я пока не понимаю. Здесь было очень хорошо в начале. Так, бутерброд.
Не, если я смогу начать расти, то все будет нормально. То есть я был наказан за то, что просто арчи. Просто арчи стреляли долгое время, надо было просто перестать стрелять его. Окей. Надо пострелять и отступить. Вот куплю. Так, погоди, но мне этот край в любом раскладе был нужен, я без него никак. Ладно. Держаться за полкарты от мутантов. То есть мне моя задача была. Сейчас, подождите, перекушу и да, посмотрю, что за смайл. Моя задача была тогда более консервативно защищаться от баллисты. Да, впритык, наверное. С косой стеной. И спускаться налево. Окей, понял. Одного я бы, кстати, развалил. Даже волну после него развалил. Да не, мы пройдем. Если бы сейчас не босса, мы бы выиграли. Если бы не проиграли, мы бы выиграли, ребят. Очевидно. Все делаем. Я больше? Нет. Баллисты хороши, арчи хороши. По сути, когда ты смог выйти в производство снайпов, ты победил. Экономика и зона даже не такие уж и плохие были. В этой игре экономика была отличная. Так-то у меня были баллисты к волне. А вообще эта волна первая пробивается 9 полями и арчой. То есть, несмотря на криповый старт, все было хорошо. Старт по идее. Так-то вообще на самом деле старт был ОП. Мы нашли быстро золото, которое позволило нам.